Говорят, города как люди. У каждого свой характер, свое лицо. Хотя сохранить самобытность, индивидуальность в наш век, склонный к известному почтению перед стандартом, трудно. И, может быть, в большей степени это удается не гигантам, а малым городам. Скромным, не всегда известным и пленяющим нас лица необщим выражением. Наше путешествие началось с Углича, древнейшего города на Волге, основанного в 937 году. Центр старого города – Кремль, крепость города Углича. Церковь царевича Дмитрия на крови, княжеские палаты, Спасо-Преображенский собор. Прошлое Углича было жестоким, героическим и поучительным. Город разрушали стихийные пожары и междоусобные войны. Его сметали вражеские орды. В нем почти замирала жизнь, но упрямо и терпеливо отстраивал угличанин свой дом и свой храм. Углич часто оказывался в круговороте бурных исторических событий. Княжеские палаты. Здесь жил последний угличский князь, малолетний царевич Дмитрий. Его трагедией более всего, пожалуй, известен город. Эту историю воскрешают росписи главного зала церкви царевича Дмитрия, построенной на месте его гибели. В конце XVI века, после смерти царя Ивана Грозного, его сын Дмитрий вместе с матерью, опальной царицей Марией Ногой, был отправлен в Углич. В один из дней царевич погиб, упав во время припадка болезни на нож. Но Ногие обвинили в несчастье Бориса Годунова, в то время фактического правителя Руси. Они убедили угличан, что это по приказу Годунова был зарезан Дмитрий, как соперник в борьбе за престол. Сбежавшаяся толпа расправилась с предполагаемыми убийцами. Кара Бориса была жестокой. 200 человек казнены, десятки семей отправлены в ссылку. Был осужден и Колокол, своим набатом созвавший горожан. Ему отрубили одно ухо, вырвали язык и отправили в Тобольск. Ссыльные угличане шли пешком в Сибирь и тянули его на себе. Только через 300 лет Колокол был возвращен в город. С историей города нас знакомил Семен Евгеньевич Новиков, ведущий реставратор Углича. В истории России нету малых и больших городов по размерам. Они ценны тем, какое значение представляют для истории России. И в этом отношении Углич трудно назвать малым городом. Город этот продолжает жить и развиваться уже в современной жизни нашей страны. И если для проезжающих сюда туристов это просто история России, это исторический город, то для тех, которые живут здесь, это город, в котором они живут, их родина, это необходимый комфорт, это место их труда. Угличу повезло. В советское время этот город не зачах. Один из дореволюционных историков сказал про Углич: слава этого города прожита. Оказалось, что это не так. После революции Углич становится индустриальным городом. Город продолжает расти. Скажем, часовой завод, который здесь каждым годом развивается, и его продукцию покупают до 70 стран. Ювелирные приемы старинных углических мастеров воскрешаются в нарядном декоре этих часов, браслета, кулона.
часовой завод, Угличская гидроэлектростанция с ее плотиной, современные жилые здания. Конечно, без этого городу не жить. Он ведь не может существовать лишь былой славой, оставаться своеобразной архитектурной резервацией. Но угличане сумели удержать равновесие прошлого и настоящего, не нарушив их гармонии. Сейчас в городе реставрируются целые ансамбли жилых старинных домов. По сути, их перестраивают заново, остается прежним лишь внешний облик. Это обходится дорого, дороже, чем строительство новых зданий. Но город идет на эти расходы, чтобы сохранить стиль, очарование исторического Углича. Почему я осталась в этом городе? Ну, этот город как никакой подходит для творчества в большей степени, потому что здесь нет суеты большого города. И, конечно же, старина, своя обычная архитектура вдохновляет на творчество. Именно современному художнику нужно искать истоки своего творчества, отталкиваясь от древних традиций живописи. В нашем городе меня привлекает больше всего его история, потому что история очень богата, и я стараюсь изучить историю и выезжать отсюда. Конечно, было бы большой глупостью. Только работать и работать. Углич – это не просто история, сохраненная в материальных каких-то произведениях, в памятниках истории и культуры, памятниках архитектуры. Углич – это еще и апоэтизированная история. Всякий исторический город – это поэзия. И, на мой взгляд, Углич особенно, потому что здесь и природа, и старинные памятники создают то поэтическое настроение, без которого полюбить прошлое страны, без которого понять историю своей страны, мне кажется, сложно очень. Когда вы сами приедете вот в этот тихий, чистый город на берегу Волги, пройдетесь по его старинным улицам, и тогда в вас незаметно войдет красота и романтика вот этой вот истории, заворожит, захватит душу, и вы начинаете воочию понимать, что же такое Россия, что же такое Родина, за что, если хотите знать и положить, и жизнь можно. Хорошо ставили города наши предки. Река защищала Углич. Была и осталась удобной дорогой, и до сих пор радует человека красотой и ширью. Нас встретил Николай Васильевич Гоголь. Памятник ему установлен на привокзальной площади. Здесь все связано с жизнью великого писателя. И главная улица названа его именем. Когда-то Гоголь писал: «Чудный город Миргород, каких в нем нет строений, и под соломенную, и под очеретину, даже под деревянную крышу. Направо улица, налево улица, везде прекрасный плетень». А что скажет о городе его мэр Николай Федорович Миколаенко? Працюю я головою виконкому міської ради народних депутатів в місті Миргороді з весни 1969 року. Ну, за цей час 16, навіть більше років. Работаю я председателем исполкома Совета народных депутатов города Миргорода с 1969 года. За это время произошло много перемен в моей жизни, в жизни города. Говорят, раньше я был молодой и красивый, а теперь только красивый. Про город этого сказать нельзя. Город молодеет.
Интервью мы взяли на берегу знаменитой лужи. Теперь она стала прудом, но это та самая удивительная, прекрасная лужа, редкая литературная реликвия, которая с легкой руки Гоголя неотделима в нашем представлении от Миргорода. Надо сказать, миргородцы оказались людьми с юмором и не обижаются на своего великого земляка. Они бережно сохраняют все, что связано с именем и памятью Гоголя на его родине. Заново, по чертежам, восстановлена усадьба семьи Гоголей Васильевка. Заново потому, что была полностью уничтожена во время Второй мировой войны. Здесь прошло детство писателя. Здесь он гимназистом проводил каникулы. Сюда приезжал и позже, из Петербурга. Родился он рядом, в Великих Сорочинцах, о чем и было записано в метрической книге Сорочинской церкви. Милые сердцу писателя места. И славный губернский город Полтава, где он поступил в училище, и Нежинская гимназия высших наук. Рядом Миргород, Диканька, Сорочинцы, окрестные хутора и местечки. Гоголь часто бывает на ярмарках, базарах, свадьбах, слушает украинские песни, сказки, были-небылицы, насыщается щедрым народным юмором. Все это потом отзовется в первых сборниках его повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород». Они были приняты читателями с восторгом, и многие угадывали в новом авторе будущего гениального сатирика, создателя «Ревизора» и «Мертвых душ». Конечно, Миргород сейчас – это не только гоголевские места. Здесь вырос огромный благоустроенный курорт, главное богатство которого – миргородская минеральная вода. Построено много современных предприятий, лицо города изменилось. Но все-таки во многом его характер определяется гоголевским духом, его присутствием. По-прежнему, как и в гоголевские времена, в последнюю субботу и воскресенье августа кипит и веселится Сорочинская ярмарка. Почетные гости – сам Николай Васильевич и Рудый Панько, под именем которого были изданы «Вечера на хуторе близ Диканьки». 150 лет назад сошли со страниц книги Гоголя эти неунывающие, смешные, незабываемые типы. Солопий Черевик, его супруга Хаврония Никифоровна, красавица-дочка Параска и беззаботный Грицко Голопупенко. Но и сейчас они остаются любимыми героями Сорочинской ярмарки. В давние времена звучат песни, вихрем взрываются пляски, показывают свои таланты народные мастера. Живут народные обычаи, традиции народного празднества, яркое национальное искусство Украины. Дождь не прекращался, но вскоре уже никто не обращал внимания на погоду. Мы попробовали и полтавских галушек, и миргородских вареников, и сорочинских сладостей.
следует признать, что купить арбуз или горшок, или ковер можно и где-нибудь поближе к дому. Но разве дело только в покупке? Дело в ярмарке. Земля Армении. Ее горы, камни, ее как будто уходящие вглубь веков дороги. Она самая гористая из республик Советского Закавказья. А Зангезур, где мы находимся, самый гористый район Армении. Земля — живое существо. Оно имеет свою душу. Эта мысль армянского художника Мартироса Сарьяна становится здесь почти осязаемой. Неприступные скалы, труднопроходимые ущелья и леса помогали жителям защищаться от турецких и персидских набегов, сохранять независимость. Высоко в горах строили они крепости, укрепляли их мощными стенами и башнями. Этому медведю с ключом есть что охранять. Горы Армении поистине кладовая природных богатств. И настоящее, и будущее этого района зависит от успехов горно-рудной промышленности. Она имеет большую историю, но особенного размаха достигла за последние десятилетия. Богатство гор дали людям работу, высокую оплату. Дали средства на улучшение условий труда, жизни. Жизнь в горах. Суровый климат, тяжелый шахтерский труд не могут, конечно, пройти для человека бесследно. Они выковали характер, смелость, трудолюбие, решительность, умение найти выход из любой ситуации. Дорога, вьющаяся по краю ущелья, поведет нас вниз, а потом в узкой долине своенравной Вахчи перед нами откроется белый город Кафан, признанная горняцкая столица Зангезура. Молодость города удивительно соединилась здесь с вековыми традициями предков. Огромные жилые массивы смело вскарабкались по каменистым склонам крутизной до 60 градусов. Высотные дома переменной этажности, террасный тип зданий. Но ведь армянские деревни с незапамятных времен лепились по такому принципу, и часто крыша одного дома служила террасой другому. Так национальный опыт и современные приемы градостроения помогли кафранцам решить, казалось бы, неразрешимую дилемму. Где жить и как строить в таком узком ущелье? А
Особую нарядность придает городу цветной тух, основной местный строительный материал. Он использовался еще в глубокой древности. Сегодня мы собрались в зале Каханского музыкального училища познакомиться с этим инструментом. Чтобы узнать возможности органа, послушаем несколько отрывков из произведений Баха. Что в маленьком городе есть большой орган. Кто-нибудь, но не кафанец. Почему нужно удивляться? Кафан живет полной культурной жизнью. Здесь есть все условия для творчества. Свой театр, свои поэты, музыканты. Почему его город должен уступать другим? Кафан пленяет нас каким-то своим, непохожим укладом жизни. Промышленный развитой город, современный стиль – и своеобразная интимность обстановки, теплота общения. Люди живут открыто. По выходным дням город пустеет. У каждого есть где-то деревня, где его ждут. Дом отца или деда, дом его предков. Кафанцы не могут представить себя, своей жизни, в отрыве от природы, от своих любимых гор. И в старый отчий дом 82-летнего Рубена Оганесяна приехали дети, внуки, правнуки. Это не просто загородная прогулка. С малых лет они учатся любить родную землю, работать на ней. А после дня трудов все соберутся за столом. Традиционная большая армянская семья. Урахем, Мирахамар, Воес, Звумаприров. Я рад, что живу здесь. Вся моя жизнь связана с землей. И мое наследство я завещаю детям. У меня есть внуки, правнуки, которыми я горжусь. Это придает мне здоровье. Сегодня у меня радость. В таком возрасте я сижу со своими родными. Каждому человеку я пожелаю такую судьбу.